Итак, дорогие друзья, продолжаем писать нашу социальную сеть на Django. Сейчас еще код не написан, я просто поясню суть. В этом восьмом курсе мы вот что сделаем. Вот обратите внимание, у нас идет добавление новости, заголовок, картинка, потом контент, но у нас же есть и слуг. Так вот, конечно, это было бы удивительно, если пользователю пришлось слуг, то есть буквенное обозначение новости, писать руками. Поэтому мы с вами сейчас добавим функцию, переопределим метод save, сохранение, и сделаем так, чтобы заголовок, при написании заголовка, слуг заполнялся автоматически. Это первое, что в этом курсе мы с вами сделаем. И второе, что мы сделаем еще, чуть попозже мы подключим Redis. Redis – это такая прекрасная библиотека, которая позволяет хранить в оперативной памяти базу данных. Это классно. То есть она обрабатывает не как, допустим, MySQL медленно, она обрабатывает сотни запросов в секунду, в миллисекунды. Конечно, мы ее будем использовать. Поэтому сегодня мы с вами еще создадим таблицу, чтобы... пока мы Redis будет у нас относиться к follow, да? А сегодня мы с вами создадим еще одну табличку, это чтобы можно было ставить лайки. Нравится, не нравится, то есть посредством таблицы. Вот эти две вещи, они маленькие, но они важные. Нам надо сегодня сделать. И дальше уже пойдем прописывать в админку. Уже чуть позже мы напишем «добавить новости», «редактировать», «удалить». Вот, а пока так. Кто начал с этого видео, начало обучения на spb-tut.ru, тут основы Django, Python для начинающих и много-много другого. Сами курсы находятся на сайте python-tut, где более пишут сложные вещи. Что еще хотела сказать? В данном коде мы будем применять супер. Я вам уже, наверное, говорил. Я вам не мог говорить, если вы это видео только смотрите. Это я участникам школы говорил. Значит, у нас идет параллельно такой интересный раздел «Практика Python OOP», который идет обсуждение в группе. Так вот, мы будем применять метод супер, который тоже дам ссылку. То есть мы в группе очень хорошо разбирали, благодаря ребятам таким, которые решили разобраться досконально, Сергею Сачеву, то есть я поставил вопросы, и дальше мы разобрали. Полностью, если прочитать, то есть все моменты, которые нужны в методе супер понимать, мы разобрали. Теперь вы без труда будете знать, что это такое. Спасибо за доверие. Успехов.